игрок команды ПГУ АЭС Тарагора Егор. Егор, как тебе сегодняшняя игра? В принципе, было тяжело, но мы в перерыве вышли в раздевалку с ребятами, настроились, обговорили дальнейшие действия наши, и вот он результат. Что соперник, слабенький для вас? Нет, соперник очень сильный, есть знакомые ребята в команде, играли и по школе, в футбол на турнирах. Соперник сильный, просто мы настраивались, готовились. Сегодня забили очень красивые голы, как так получается? Ну, он так всегда получается, я просто настраиваюсь, и все, и оно выходит. Завтра забьешь? Я думаю, да. В каждом матче я поставил себе цель забивать, и не один, а больше. Ну что думаете, выиграете этот тур? Будем стараться. В любом случае, это нам нужно. Огромное тебе спасибо, удачи завтра.